Здравствуйте. Вот она придумала. Щенков у нее нет, а кормить она молоком кого-то придумала. Кого кормить? Вот мы уже сегодня третий день лекарства принимаем. Мне кажется, стали уже титечки поменьше. Ложная у нее щенность. Придумала что-то себе в мозгу. Мозг импульс дал, говорит, молоко давай создавать. Молочную ферму открывать, а? Лекарство воспринимает абсолютно нормально. Удивляется, конечно, что я шприцом ей в рот что-то пихаю. Но никакого от растения ни к лекарству нет. То есть все спокойно, все нормально. Единственное лекарство от лактостоп нужно давать на голодный желудок, чтобы не тошнило собаку. Но у нас ничего не было. Ни тошноты, ни рвоты, никакого самочувствия какого-то плохого. То есть все нормальненько. Все идет по плану, да? Все идет хорошо. Но вот с чего она себе это придумала? Фишка, ты с нее пример не бери. Не надо, чтобы еще тебе лекарства давать. Дорогущее оно. 1300 с лишним. Так что. Сейчас дешевого нет ничего, конечно. И говорят, это еще не самое дорогое лекарство. Что есть другие и дороже. Ляля, тоже не бери пример с матери. Не бери, пока детей нет, молоко создавать не надо. Да, малышня-карандашня? В общем, вот так вот. Балдит. Я ей лекарство дам, а потом ее наглаживаю. Привыкнет, скажет, давай снова шприц. Чем больше лекарств, тем больше гладят, да? Милота такая. Так что все у нас нормально, все хорошо. Чего и всем желаем. Крепкого здоровья. Чтобы молоко у вас внезапно не появлялось. Да и никакие болячки тоже не появлялись. Ну, а мы всех целуем, обнимаем и крепкого здоровья вам желаем. Герасик, ты ее хочешь поцеловать тоже? Ты хочешь поцеловать? Вот она, серьезная девчонка.